Не было свободной регистрации кандидатов, не было честной борьбы кандидатов, не было свободных дебатов. Вся государственная машина работала на одного человека, на Владимира Путина. Президент, избранный на нечестных, несвободных выборах, не является легитимным. И сегодня мы вышли сюда, на Пушкинскую площадь, площадь, где 5 декабря 1965 года состоялась первый в Советском Союзе правозащитный митинг. Это священное место для российской свободы. Мы требуем отставки фальсификационных комиссий и расследования всех фальсификаций. Мы требуем комплексной политической реформы. И, наконец, главное, мы требуем досрочных парламентских, а теперь и президентских выборов. И мы продолжим нашу мирную, ненасильственную борьбу, основанную на свободе и справедливости, до тех пор, пока не добьемся исполнения наших требований. Когда были взрывы домов в Москве. Вот, да, это верно! Мы видели слезы, когда ушла на дно подводная лодка «Курск». Нет! Мы видели слезы, когда взрывали наше московское метро. Нет! Кто-то говорит, что это слезы радости. Кто-то говорит, что это были слезы умиления. У него, у Путина? Нет, друзья, это был страх. Конечно. Мы видели страх в глазах диктатора. Да, мы все. Мы видели слабость. Мы видели неуверенного в себе человека. Путин и сам прекрасно знает, что он утратил свою легитимность в глазах народа. Оглянитесь по сторонам. Что, война началась? Почему в центр нашей столицы стянуты войска? Почему здесь спецназ? Почему здесь столько полиции? С кем он собирается воевать? От кого он защищается? В оккупированной стране. Разве легитимные правители, которые честно выигрывают выборы, так защищают свою победу? Разве это показатель это популярности? Нет. Помоги с собой, писаться, потому что у нас... Они как-то вонючие, ну,